Мне кажется, ты какой-то другой. Я уезжаю. Куда? В Калифорнию. Почему я об этом ничего не знаю? You're my everything. The sunlight shine about you makes me blue. Birds sing. The star, the little way, happy the sky. Tell me В прошлую пятницу ко мне заезжал попрощаться с Джино. Он в тот же вечер должен был отправиться в Калифорнию. А когда такого парня отсылают на Запад, то это, сам понимаешь, неспроста. Я попыталась что-нибудь вытянуть из него. Ты ведь знаешь своего братца. Он оставил мне крупную сумму денег. Сказал, что позже даст знать о себе. Есть еще одна новость. Я думала, Тони сам написал тебе. Ведь он тебя всегда очень уважал. В последнее время с ним стало твориться что-то неладное. Он просто места себе не находил. А 3 месяца назад вообще исчез. Сначала я не беспокоилась. Но с недавних пор что-то слишком уж много народу стало заглядывать ко мне и выспрашивать о нем. Письмо от мамы? Да. Спасибо, Лонс. Что она пишет? Подожди, я прочту. Позавчера я встретила одну знакомую, и она спросила, а вы знаете, Маджулия, что во что не женился? Я рассмеялась, но сердце мне подсказало, что это правда. Сама не знаю, почему, но все это меня очень тревожит. Почему стольким людям вдруг понадобился его адрес? Я спрятала у надежных людей кое-какие вещи.
На случай, если полиция надумает наведаться ко мне. Ты меня понимаешь. Ну так что же пишет мама? Есть какие-нибудь новости? Масса новостей. Малышка Луретта вышла замуж за внука дядюшки Бамбала. Племянник Клементины Арменио сбежал из дома, прихватив выручку из кассы. Хозяин, вас к телефону. Да. Это ты, Эдди? Да. Говорит Фил. Я звоню тебе из Майами. Дома все в порядке? Да, все хорошо. Как здоровье жены? Да, спасибо. Посылаю тебе одного парня. Жди его сегодня. Пусть он поменьше выходит из дому, ты понял? Я учту. И, вероятно, завтра сюда приедет Сид. Да. Не исключено, что он захочет тебя увидеть. Понятно. Вчера я видела с миссис Паркинс, ее муж, член правления Сиеста Бич Клаб. Она была очень любезна. Да. Расспрашивала о тебе. О. О наших делах. Эдди, скажи, ты сам не хотел бы вступить в Сиеста Бич Клаб? Элис, милая, очень хотелось бы. Но пока об этом остается только мечтать. Все, что мы теперь имеем, я добился благодаря тому, что всегда имел терпение и никогда не пытался прыгнуть выше своей головы. Сиеста Бич Клаб. Это столпы здешнего общества. Знать. Я пока для них еще не компания. Ну, если поедешь в Майами, не забудь позвонить мне. О, да, Элис. Итак, Бруклин. Газеты снова пишут о событиях, имевших место полгода назад перед отелем Эль Чарро, ставшим тогда поистине зловещим местом. Как мы уже сообщали полгода назад, выходя из Эль Чарро, был убит некто Джо Кармины. Спустя неделю там же еще два трупа. Были убиты Макс Розенберг и детектив, поставленный в отеле Эль Чарро полицией для наблюдения после убийства Джо Кармины. Федеральные власти незадолго до этого начали расследование. За Кармино было установлено наблюдение, ибо он подозревался в посредничестве между некоторыми законодателями штата и за правилами подпольного бизнеса. Эти полностью тождественные по своему характеру убийства, как тогда же заявил окружной прокурор, были, несомненно, связаны между собой. Добрый день. На проводе акционерное общество оптовая торговля фруктами западного побережья. Да, да, сэр. Очень приятно, что вы к нам обратились. Если вам не трудно, будьте любезны записать телефон отдела поставок. 3371-3312. Желаю успеха, сэр. Здравствуйте, мисс Брук. Добрый день, патрон. А шериф уже у вас в кабинете. Почта была? Ничего интересного. Из Майами мне не звонили? А должны были позвонить? Возможно. Продолжаем. И давай побыстрее, а то не успеем со сводкой к 10. Посчитай. Общая сумма принятых за вчерашний день ставок на лошадей 28 тысяч. Есть. Есть? Отчисление с трех игорных залов и рулетки в загородном клубе Самоа 18 тысяч. Есть. Ну что, Шуилл? За два месяца вашего шерифства мы уже успели присмотреться друг к другу, и мне кажется, мы с вами стали добрыми приятелями. Эдди, вы можете меня считать своим другом. Но чтобы укрепить нашу дружбу, уточним деловые отношения. В округе, как вам известно, существует 15 игорных домов. Десятка-полтора мест, где собирают ставки на лошадей, и более 300 игральных автоматов в разных пунктах. Включая 9 загородных клубов. Да-да. Так вот, когда-то все эти злачные места
принадлежали мелким жучкам. Одиноким акулам, готовым перегрызться насмерть. И творилось черт знает что. А теперь разные лиги поднимают вопль о падении нравов, о проституции, о растлении молодежи. Вы кого-то арестовываете, их осуждают. Чаще оправдывают. И они снова берутся за свое. Да-да, вот видите, вы понимаете, что и жить это невозможно. Люди есть люди. Но предоставьте мне полную свободу действий. Оставьте все эти злачные места под моим, разумеется, негласным контролем. И я гарантирую вам полный порядок. Игроки не жалуются на то, что их обирают шулера. Несовершеннолетние девочки не появляются в барах и на панели. Вся эта уголовная шатия ведет себя тише воды. Так было со всеми вашими предшественниками, я уверяю вас, никто из них не остался в накладе. Да, я читал отчет полиции. За 10 лет ни одного убийства в заведениях под вашим контролем, ни одной скандальной истории, попавшей в печать. Ваше слово, Уилл, или вас что-нибудь смущает? Только одно, Эдди. Вы же знаете, что за человек наш начальник полиции. Мы и так с ним на ножах. Если мы договорились, шериф, то с этого момента я вам гарантирую полную лояльность со стороны Дэвида Крэга. Ну что ж, тогда по рукам. Если мне будут звонить из Майами... Вы уезжаете? Мне нужно встретиться с МакДжи в баре «Фламинго». Так сказать, чтобы вам позвонили туда. Я буду там через 15 минут. Хорошо. Привет, Джимми. Hello, мистер Рико. Пат у себя. Хозяин в кабинете. Привет, Эдди. Как дела? Дела хорошо. Тебе только что звонили. Фил? Да, из Майами. Он оставил номер. Он остановился в Эксельсиоре. И он там не один. Алло? Алло, это Дэдди? Да, мне пришлось задержаться. Пришлось заехать в гараж. Приехал Сид. На 12-часовой самолет ты уже опоздал. Вылетишь в 2:30. До встречи. Коньяк? Нет, некогда. Надо лететь в Майами. Я так и понял. Говорят, туда приехал Сид. Да. Патрон. Это правда, что в Самоа опять действует рулетка? Ну, изредка, по настоянию клиентов. А с шерифом договорились? Да, при условии, что не будет никаких жалоб. Патрон. Я бы тоже очень хотел. Нет, нет. Только не здесь. Почему? Это слишком на виду, слишком близко от города, это опасно. Прощай. Мы встретимся с тобой дня через 2-3. Они знают, что ты здесь? Нет, конечно. Ты приехал поездом? Автобусом. Так безопаснее. Что с Тони? Его ищут. Полиция? Если бы только полиция. Они уже разыскали родных его жены. Я знаю, почему они его ищут. Дело Кармина. Да нет. Кармина кончал я. А за рулем был Тони? За рулем был Фатти. А кто был во главе? Вин Чавиторе. Ну а с Розенбергом?
На этот раз не знаю почему, но они не захотели, чтобы я участвовал в деле. Стрелял какой-то молодой парень, рыжий. Звали его Джо. За рулем был Тони. Да. Папаша Розенберг был давно у нас на подозрении. По вечерам к нему заходил сержант Умнеллен. А однажды они были вместе у прокурора. Не знаю, правда ли, что он там что-то выболтал. Может, решили перестраховаться. Когда мы убирали кармины, папаша Розенберг как раз закрывал свою лавочку. Он ведь мог нас опознать. Почему тебе пришло в голову приехать ко мне? Если то не найдут, ему будет крышка. Ты думаешь? Они не будут так волынить, как с Розенберг. Тони замешан в деле, которым занимается прокурор. Они считают, что если полиция прижмет, то он все расскажет. И ты так думаешь? Тони влюблен. И говорят, его жена беременна. Все может быть. Я подумал, что ты более свободен в своих действиях, чем я, и ты помог ему помочь куда-нибудь уехать. Деньги у него есть. Ты же прекрасно знаешь, что их у него никогда не было. Лучше нам свернуть с автострады. Останови здесь. Как ты доберешься? Это мое дело. Ты, конечно, не будешь ввязываться в это дело. Почему? Я сделаю для него все, что смогу. Пока. Мистер Кубик просил вас подождать здесь. У него совещание. Привет, малыш. Приготовь ему коктейль, Фил. Я сейчас. Ты знаешь что-нибудь о брате? О Тони? Да. Он писал тебе? Нет. Писала мама. Я сегодня получил от нее письмо. Я очень люблю твою мать. Она смелая женщина. Она видела Тони? Нет. Мама пишет, что он женился, но не знает на ком. Он не заезжал к ней в последнее время? Да вот как раз на это она и жалуется. Мама пишет, что к ней заходят незнакомые люди и спрашивают о Тони. Она думает, что это полиция? Нет. Ты захватил письмо с собой? Я его сжег.
Я обычно сжигаю письма, когда их прочту. Мы тоже не знаем, где Тони. Вот уже полгода, как Тони не работает на нас. И с той поры никто его больше не видел. Неужели он даже с Рождеством тебя не поздравил, а? Девушку, на которой женился твой брат, зовут Нора Малакс. Работала в одной из фирм в Нью-Йорке. Твоя очередь, Фил. Иду. Отец Норы владеет фермой в Пенсильвании. Но кроме дочери у него есть еще и сыновья. Слушай меня внимательно, малыш. Брата Нора зовут Питер. Питер Малакс. Он работает в управлении General Electric. Несмотря на свою молодость, Питер является заместителем начальника отдела. Не женат. Снимает скромную квартирку в Бронксе и все вечера проводит за работой. Ты понимаешь теперь, что это великий чистолюбец? Короче. Наши люди видели Малакса-младшего, входящим в главное здание полиции. Где его приняло довольно высокое начальство. У нас в этом доме есть свои информаторы. Молодой Малакс явился туда для того, чтобы сообщить, что его сестренка попала в лапы какого-то гангстера. И что, несмотря на предупреждение брата, вышла замуж за него. Теперь начинаешь соображать. Очевидно, Тони был настолько влюблен, что не пожелал скрыть от жены свое прошлое. Она рассказала все брату. Но это еще не все, малыш. По словам того же Питера Малакса-младшего, решившего помочь очистить Соединенные Штаты от гангстеров, твой брат Тони хочет окончательно забыть свое прошлое и терзается муками совести. Что скажешь на это? Нет, это на него не похоже. Возможно, Малакс и прихвастнул. Но он уверял полицию, что если допросить Тони особым способом и дать ему понять, что у него есть шансы выпутаться, то он может и расколоться, выдать своих сообщников. Неправда. Я не настаиваю, что это правда. Но бесспорно, что это правдоподобно. Ведь не ты, не я, мы же не можем знать, как будет вести себя Тони, если его арестуют и сделают предложение. Подобное случалось и до него. Правда, мы лишаем наших людей возможности поддаться искушениям. Такое могло случиться и с Кармино, если бы твой брат Джино его вовремя не убрал. Ты знаешь Винчи? Встречался с ним один раз. Так вот, когда убирали Розенберга, Винчи тоже сидел в машине. А Винчи связан с такими людьми в ФБР и Конгрессе, которых мы никак не можем подвести. Теперь ты понимаешь, что нельзя дать Тони проболтаться? Он ничего не скажет. Малыш, для того, чтобы быть уверенным, нужно хотя бы найти его.
Я думаю, это не так уж и трудно. Мне кажется, старый Малок знает, где он. Даже сидя на своей ферме. Молодожены приезжали к нему? Ну, если станем расспрашивать его мы, это может его насторожить. Другое дело ты, брат Тони. Твой отец спас мне жизнь, малыш, так и не узнав об этом. Моей спасительницей оказалась и твоя мать, ну, хотя она знала, что делает. Вот уже 30 лет, как она оказывает нам услуги. Понимаешь, малыш, если уж за ним охотится ФБР, Соединенные Штаты недостаточно велики, чтобы укрыть его. А вот знаю я, к примеру, что он где-нибудь в Европе, я более-менее успокоился. Кстати, на Сицилии остались какие-либо у Рико? У моего отца было 8 братьев и сестер. Так как раз для Тони удобный случай, чтобы представить им свою жену. Да. Надо уговорить Тони, малыш. И сделать это надо как можно скорее. На твоем месте я бы начал со старого Малокса. Срочно отправляйся к нему, не заезжай в Санта-Клару. Да, пожалуй, я так и сделаю. Кстати, как там наши дела идут, хорошо? Очень хорошо. Теплое местечко. Да? Жалко было потерять. Я сделаю все, что смогу. Мама писала мне, что Тони отказался от своей прежней должности. Я подумал, может, мне удастся помочь ему устроиться. И сам справится. Славный малый. Они с Норой знают, что делают. Что ж мешаться в их дела, если они не хотят? Мама очень беспокоится. Знаете ли, она у нас в возрасте. Хуже смерти с нашим братом. Человеком преклонного возраста ничего уже не может случиться. И все-таки я хотел бы написать Тони. Видите ли, есть новости. Он не оставил адреса. Наверное, не хочет, чтобы его трогали. Зачем ему адрес Тони? Кто это? Брат Тони. А. Это Колымага. Из гаража Хиггинса в Гаррисберге? Да. И вы ее наняли только для того, чтобы повидаться с нами? Лучше и не нашлось. Да, мистер Малокс. Я видел у вас кругом много техники. А Тони хороший механик. Да. За каких-то 2-3 дня он пустил в ход старый грузовик, который у меня давно валялся на свалке. А, значит, он оказал вам услугу. Я ему подарил эту машину. А себе еще в прошлом году купил новую. Понятно. И они с Норой уехали на грузовике. А ты знаешь, между прочим, следующий рейс в 4 утра? Алло, алло, Фил. Да, говорите. Это я. Эдди. Из Гаррисберга. Да, я уже был.
старого Малакса. Они были там. Адреса не оставили и не писали. Темнит, наверное. Темнит? Нет, я думаю, старику можно верить. Во всяком случае, я сделал все, что смог. Ты ничего не сделал. Впрочем, это меня не удивляет. Я заранее был уверен, что так оно у тебя и будет. Хорошо, Фил. Где мне его теперь искать? А это твой брат, а не мой. Ты думай. Короче, пока хотя бы не нападешь на верный след, не звони. И смотри, чтобы не оказалось поздно. Фил! Алло, алло, Элис? Да, ты из Майами? Нет, из Гаррисберга. А где это? В Пенсильвании. Как дом? Не беспокойся, дома все в порядке. Когда ты вернешься? Когда вернусь, пока не знаю. Ты будешь в Майами? Нет, завтра буду в Нью-Йорке. Конечно, зайдешь к маме. К маме? Обязательно. К маме обязательно зайду. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Как там девочки? Бетти сегодня обожгла пальчик, но не сильно. О. Мы тебя ждем, слышишь? По-моему, ты простудился. Да нет, нет, ничего. Ты получил мое письмо? Да. Ты потому и приехал? Нет, я приехал по делам. Значит, Сид с Филом тебя не вызывали еще в Майами. И ты не виделся с ними? Пока еще нет. И не звонили они? Ничего, не добивались от тебя? Звонили. Справлялись, нет ли новостей от Тони. Не знаю ли я чего-нибудь о нем. И все? Все. Странно. Почему? Я была уверена, что они всех на ноги поставили, чтобы найти его. Господи, да ничего они с ним не сделают. Ах, здесь другое говорят. Да. Я видел отца его жены, старика Малакса. А как ты узнал его имя? Даже я его не знаю. Послушай, ма, не надо. Не задавай лишних вопросов. Это они послали тебя. Ну,
месяца два-три назад Тони с женой был у него. У старика на свалке валялся старый поломанный грузовик. И Тони, кажется, очень быстро, дня за три починил машину. И получил ее в подарок от тестя. Грузовик большой? Наверное, большой. На фермах маленькие машины ни к чему. Если так, твой брат не пропадет. Если они тебя не вызывали и ничего не потребовали, то, пожалуй, совсем неплохой признак. Может быть, положение Тони еще не так уж горячо. Ма, а когда, собственно, у Тони началось увлечение техникой? 14 было. После двустороннего воспаления легких, он, помнишь, жил больше года в Калифорнии у Джозефины Феличи. На ферме ее брата Марко, где-то около центра. Ах, Эдди, ты все забыл, мой мальчик. Нет, нет. Кажется, начинаю вспоминать. Когда Тони вернулся оттуда, он только о машинах и говорил. Страшно хвастался, что сам Марко позволял ему в поле водить грузовик. Грузовик? Ну да. И он еще тогда рассуждал, какой замечательный бизнес можно сделать в Калифорнии во время урожая, имея грузовик. Эль-Сентро. Марко Фелич. Грузовик. Ты же еще хотел посидеть. Очень бы хотелось, ма. Но пора. Что ты появился в нашем квартале. Откуда ты узнал? Видели, как ты заходил к Маджулии. Кто меня видел? Ну, где мне запомнить? Как-то ночью кто-то за картами про... Нет ли новостей от Тони? Он мне не пишет. Почему? Это ты у него спроси. Слушай, брось, поедем развлечемся, а? Поехали с нами. Поедем. Гуляйте, ребята. А ну, поехали, я твой. Hello, Джонни. Двойной. Привет, Эдди. Давно тебя не видел. Ну, дальше. Что дальше? Я только хотел спросить тебя, что... Знаю, что ты хотел спросить. Что с Тони? Нет ли от него каких новостей? А зачем тебе знать? Зачем? Всем вам... Только и хочется узнать что-нибудь пострашней. Hello, Эдди. Как долетел? Нормально. Мне сказали, что ты будешь здесь. Кто тебе сказал? Ну, знаешь, кто-то за игрой заговорил о тебе, о твоем брате. О каком брате? О том, который недавно женился. Слушай, у меня тут недалеко свой бар. Здешние игроки отчаянные ребята.
Поехали? Нет, не могу. Эдди, говорят, что твои дела в Санта-Кларе процветают. Ты там стал большим боссом. А? Да, дела идут неплохо. А полиция? Ну, полиция ведет себя пристойно. Я разыскиваю некоего Марко Феличи. А чем он занимается? Фермер. Ранние овощи. Фермер? Так это в телефонной книге и телефон, и адрес. Анаконда, это далеко отсюда? 10 миль, не более, сэр. Всего хорошего, сэр. Слушаю. Кто это? Фил, ты? Спишь? Нет, нет, я не спал. Ты нашел его? Да, то есть не совсем. Я только сегодня... Короче, он здесь, на одной ферме возле Анаконды. Алло, алло, ты слышишь? Спокойно, я слушаю. У меня возникло сомнение, не могла ли полиция уцепиться из-за меня. Ты заметил слежку? Пока нет, но... Тогда действуй. Мне кажется, есть смысл рискнуть. Поезжай к нему рано утром, ты должен переговорить с братом. Хорошо. Сид сказал, чтобы ты мне позвонил, как только повидаешь его. Алло. Да, да. Фил, я говорю насчет Тони. Словом, мы ведь договорились, что он уедет в Европу на Сицилию. Это в силе? Алло, я могу ему это передать? Алло, Фил! Далеко еще? Пару миль, сэр. Да вы не волнуйтесь, еще один поворот, и будет ферма Марко Феличи. Вы брат Тони? По-видимому, Эдди, да? Что-нибудь случилось? Почему вы так решили? Вы понимаете, мы сейчас то не в таком положении. Всякого приходится ожидать. Но вы, ведь вы, конечно, приехали как друг. И все-таки в двух словах. Наши дела с Тони плохи. Ну, не скрывайте, плохи. Да. Но почему? Это долго объяснять. Ведь Тони никому ничего не сделал плохого. Никого не выдал из вас, верно?
В общем-то, да. Но не совсем так. К сожалению. Почему к сожалению? Потому что ваш брат Питер пошел в полицию и передал все, что вы говорили ему о Тони. Питер? Это ложь. Я хорошо знаю, и он не мог этого сделать. Он не мог этого сделать! Он сделал это. Это неправда. Это неправда! Я знал, что рано или поздно вы меня разыщете. Но я никогда не думал, что ты будешь именно ты, Эдди. Как ты меня нашел? Твой тесть сказал, что у тебя грузовик. Папа? Вспомнил про мои детские годы в Калифорнии у Марко. Просто не верится. Тебе же тогда было не до меня. Откуда такое прозрение? Или мама? Ба. Она чуть намекнула. Ненароком. Ненароком наша ма. Никому еще не говорила ни слова. Не верь ему, Тони. Послушай, Тони, нам лучше переговорить вдвоем. При ней можно говорить все. Он будет врать. Дай ему сказать. Твой Шурин ходил в полицию. Это неправда. Это неправда, Тони. Как ты об этом узнал? У Сида свои люди в этой лавочке. Тебе это известно не хуже, чем мне. Питер Малакс выложил там все, что рассказала ему сестра. Значит, ты видел Сида. Садись, Нора. Ну и что он велел тебе передать? Он сказал, что полиции после того, что ей наговорили, не терпится наложить на тебя лапу. Они пытаются, наконец, поймать свидетеля, которого так давно ищут. Так, дальше. Судьбы многих людей. И даже... Жизнь кое-кого из них зависит от того, будешь ты говорить или нет. Послушайте, Эдди. Не мешай ему говорить. Они не желают тебе худого. Они только хотят спрятать тебя. На 3 фута под землей. Сид говорит, что Америка для тебя слишком мала. Если бы ты уехал в Европу, как делали до тебя многие, ты мог бы жить спокойно. Ты и твоя жена тоже. И ты ему... Поверил? Но признайся, Эдди, ты ему не поверил. Они знают так же хорошо, как ты и я, что как раз при переходе границы меня и сцапают. И потом мои фотографии наверняка уже разосланы повсюду. Мать знает, что ты здесь? Нет. Они только хотят, чтобы ты уехал в Европу. Эдди! Не обращайся со мной, как с младенцем. Я бы не приехал, если бы речь шла о другом варианте. Приехал бы. Имей хоть мужество посмотреть правде в глаза. Я не могу больше это слушать, Тони. Погоди. Мне нужно разобраться с ним раз и навсегда. Ведь это мой брат. Мы вышли из одного чрева.
Годами спали в одной постели. И мне всегда ставили его в пример. Так вот, Эдди. Ты прекрасно знал, чего они добиваются. Я клянусь тебе. И ты с самого начала понял, что они вовсе не хотят, чтобы я уехал в Европу. А доказательство тому это то, что ты не сообщил матери об их предложениях. Ну, я просто не хотел ее волновать. Я боялся, что она может проговориться. Да наша ма даже нам никогда не сказала ни единого слова, которое бы не следовало говорить. Ты, наверное, до сих пор не знаешь, что она скупает краденое у молодых ребят. Я приехал не для того, чтобы тебе навредить. Благодаря тебе, они теперь знают, где я. Они это узнают, даже если ты будешь отрицать, что видел меня. Послушай. Погоди. Я не сержусь на тебя, Эдди. Я предпочел бы не давать тебе повода, но... Увы. Я не могу. Не могу больше возить на цель братьев-убийц. Потом бояться собственной тени. Знаешь, Эдди, я хочу смотреть людям прямо в глаза. Если с головы Тони упадет хоть один волосок, я пойду в полицию и все расскажу. Это не поможет, детка. Чтобы твои показания имели ценность, нужно, чтобы ты сама при этом присутствовала. Я больше ни на минуту не покину тебя. Тогда они заставят и тебя замолчать. О, что я вижу, у нас гости. Здравствуй, Марко. Заждались тебя. Мой брат Эдди приехал из Майами. Познакомьтесь. Это Марко Феличи. Надеюсь, ты не забыл его. Очень приятно. Ну что ж, позавтракаем. Сначала мы выпьем по бокалу вина. За нашу встречу, Эдди. Не надо, Том. Ты тоже возьми. Я же не могу. Сегодня надо. За нашу встречу, Эдди. Твое здоровье, Эдди. Мне не звонили? Нет, сэр. Никто не звонил и не спрашивал. Он пришел. Закрой дверь. Не стой, как столб. Скажи здравствуйте, дядя Винчи. Ведь мы, помнится, встречались. Фил просил тебя... Сразу как приедешь, позвонить. Номер знаешь? Фил, это Эдди. Я уже был. Это уже не имеет значения, дорогой. Твой брат Джино не явился в Сан-Диего, как ему было приказано. И это еще не все. Сегодня его засекли на теплоходе, отплывающем в Южную Америку. Что ты на это скажешь? Мне грешным делом подумалось, а не заезжал ли все-таки он к тебе в Санта-Клара? Ты мне надоел, Фил. Ну что ты принялся пугать парня? Ну, уехал Джина. И дурак. Пропадет там не за грош его дело.
И нечего с этим на Эдди наседать. Понятно? Как там обстановка в городе? Шериф, как ему тут и посоветовали, уехал в горы. Один его помощник в постели с температурой 40. Другой... Ну да, все это мелочи. Словом, все будет в ажуре. А что будем делать с Джиной? А это, между прочим, не твое собачье дело. Ясно? Ясно, Рич. Ну и отлично. Вот так, сынок. Только так с этими сукиными детьми можно разговаривать. Джина тоже мне фигура. А брат не брат. Ну ты тут при чем? Верно? Да, соедини-ка меня с администратором. Ты, Стэн, самолет на Санта-Клару. Ближайший. Когда будет в Санта-Кларе? Хорошо. Понял. Завтра в 10:30 ты уже в Санта-Кларе. Дома. И все будет позади. Ну, а пока ты побудешь здесь. Гонсалес? Да. Ну, что там? Марко Феличи отвез женщин на ферму Чемберса. Дальше? Заехал в город, в спортивный магазин Кифера. И купил 2 ящика патронов для автоматической винтовки 22-го калибра. Потом? Вернулся к себе. Они заперли все двери, ставни, переменили лампочки на более яркие. Все-таки. Ребята уже здесь? Да, шеф, приехали. Они поставили машину в гараж? Поставили. Сменили номер? Конечно, шеф. Пусть пока режутся в карту, если хотят. Ничего спиртного. Ладно. Значит, все остальное, как условлено. У тебя есть телефон этого Феличи? Вот отлично. Сейчас ты позвонишь ему и попросишь Тони. Я? Тихо. Это займет полминуты, не больше. Понимаешь? Полминуты, и ты уже считай у себя дома, в Санта-Кларе. Ты попросишь его к телефону и скажешь, чтобы он вышел на шоссе. Один. Метрах в 200 он увидит машину. Пусть подойдет. Ну, хватит. Он мой брат. «16-62 слушает. Мне нужно срочно сообщить нечто очень важное Тони. Это его брат. Я слушаю. Тебя ждут. Где? В 200 метрах по шоссе. Там стоит машина. Если я не выйду, они примутся за нору. Да. Ты слышишь? Слышу. Ты пойдешь? Не бойся, пойду. Прощай. Я тебя не пущу. Не пущу. Не надо, старина. Ты же знаешь, здесь нора и потом. Это бесполезно. Так. Ну что ж,
Тогда пойдем вместе. Нет. Ты нужен здесь. Хорошо. Пусть сейчас же уезжает. Санта-Кларе. Патрон! Патрон! Мы так рады, патрон! Мы вас так ждали, так ждали! Этот парень, которого мы посадили в губернаторское кресло, и вправду решил, что он фигура. Надо поставить его на место. И дать понять, кто здесь хозяева. В нашем клубе только по именам. Иначе штраф. Впрочем, пожалуй, вы еще не привыкли. Ну ладно, хватит. Эдди, я приношу извинения за то, что не мог присутствовать позавчера на торжестве по случаю приема вас. Браво! Штраф, конечно, остается штрафом. И он поступает в наш неприкосновенный банкетный фонд. Но, надеюсь, это вас кое-чему научит. Итак, как же меня зовут? Джонни, мистер Джеральд. Штраф! Эти. С удовольствием, мистер Дабс. Штраф! С удовольствием, мистер Петер. Штраф! Штраф! С удовольствием, мистер Томпс. Стоп, 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 стоп. Послушайте, Эдди, вы что же, собираетесь разориться на штрафах? Или вы просто решили оплатить еще один банкетный стол? Я... С удовольствием, мистер Лоу. Ну так сразу бы и сказали, Эдди. Я вхожу в долю, мистер Рико. Штраф? Я, мистер Рико. Штраф? Ну, впрочем, разумеется, я тоже. Штраф? Мистер Рико.